Всем привет! Сегодня дочечка меня везет на одно интересное мероприятие. В общем, уже скажу, что едем мы на татуаж бровей. Она мне сначала говорила, что брови ей не нравятся мои, она хочет их поменять. Но я ей говорила, нет, не буду. Потом она нарисовала, я показывала во влоге там. И мы спрашивали ваше мнение, да, как изменить мне брови, не изменить, нравится, не нравится. Ну и, в общем-то, большинство из вас написало, что надо менять брови. Хотя я бровь нарисовала там, ну, темную и широкую. Я думаю, что мастер тебя лучше подберет. Не, ну, в общем, в целом, там мне написали, что рекомендуют, в общем-то, брови изменить. Факт был, менять или не менять, оставить как есть. Ну, больше за то, чтобы поменять. Ну и, в общем-то, да, я все-таки решила, я созрела. И вот к дню рождения дочке сказала, можешь сделать мне такой подарок, пожалуйста, я согласна. Я не откажусь. Я не откажусь, да. Ну, она меня везет к своему мастеру, потому что я знаю, что дочка очень мастеров подбирает. Чётенько. Ну, она очень так скрупулезно к этому относится, и не каждому мастеру пойдет. Если уж она подобрала себе мастера, который говорит, ей нравится, как работает и как делает, результат, все дела, я полностью доверяюсь ее вкусу и все. Я ей говорю, вези меня, я отдаюсь, в общем-то, в твои руки. И все, я как маленький ребенок иду на поводу, или как это сказать, да? Ну, в общем, поехали, отдаюсь. Да. Ну, все, я на протяжении там вот этого всего, этой процедуры, после процедуры и так далее, буду вас держать в курсе, как это будет все делаться, как это будет в итоге выглядеть. В общем, оставайтесь со мной. Ю-ху! Ю-ху! Поехали! Вот такие у меня бровки. Да подожди, я их сейчас ближе покажу. Брови до. Сейчас мы будем колдовать с нашим мастером, потому что пока мы сейчас уже 3 секундочки болтали, мы уже тут поняли, что не все маме подойдет, возрастные лица тоже не все подходит. Ну, сейчас у Элины спросим, она, в общем, своим профессиональным взглядом подберет тебе бровки, сейчас пофотографирует, посмотрит, начертит. Будем вместе выбирать, чтобы было тебе комфортно. И ей. Ну да. Тут не все так просто. Да. Мало того, что бровь одна поднимается куда-то, то другая поднимается. Они как-то по очереди. То они обе поднимаются. Смешная мамка моя. Действительно, то одна выше, то другая, и под мимику не уловить. Главное, чтобы в спокойном состоянии у вас были ровные, а там, когда лоб ходит ходуном, если, то уже человек видит, что брови разные из-за того, что вы их сами поднимаете, а не из-за того, что они по природе разные. Переоткрывайте взгляд. Мам, смешная такая, не могу. Сейчас мы зарисовываем брови. Мастер зарисовывает брови, а потом мы будем у зеркала смотреть, как нам, вот как мастер видит, как мы видим, и будем приходить к общему знаменателю. Идеальному. Все произошло. Да я смотрю в зеркало, думаю, что я хмурюсь, если я смеюсь. И думаю, как я могу одновременно хмуриться и смеяться? Здрасте. Это надо умение. А оказывается, ей нарисовали. Думаю, странно, что это со мной происходит. Я и хмурюсь, и смеюсь одновременно. А это просто нарисовали. Что? А это нарисовали. Я думала, я хмурюсь. Ты не узнала свои морщины. Я себя не поняла. Я думаю, что такое? Что с лицом? Ну что, вот мы сделали эскизик. Мам, закрой глаза, опусти свою бровь правую, левую, которую ты все время поднимаешь. Мы вместе с Элиной выровняли брови, они у нас ровненькие. Придумали форму, форма естественная, просто заполнены пустотой и практически ничего не меняли. То есть это ее форма, только она заполненная как нужно. У нас будет воздушно все, мы планируем не делать четкий контур, вот, и цвет будет такой тоже воздушный. В общем, посмотрите, тут уже профессионал будет ваять картину.
Вот, пока что все вот так, по линиям, вымерили. А мне кажется, классно. Что ты один глаз открыла? Это эскиз пока что. Да, это эскиз, поэтому он такой темный, будет все по-другому. Но это вы увидите все в этом ролике. Ну, ложимся. Поехали. Ложись. Сейчас маме нанесли анестезию. Как ты себя чувствуешь? Нормально, похолодало. Брови чувствуешь пока? Пока чувствую. Ну, холодочек, холодненькое что-то. Ну все, отдыхай тогда. Так, вот у нас иголочка. Открываем. Бровь сразу опусти. Так, ну что, нам да сделали... Да что ж ты мне кучу делаешь? Да не в кучу, но надо видеть-то брови, я же брови показываю. Ну тогда я на тебя не буду смотреть. В общем, нам сделали бровки. Сейчас у нас, конечно, это результат вообще не итоговый, еще нужно будет много что смотреть, но мне уже нравится. Цвет пока что... Цвет, Элин, будет потом, когда заживет, да, уже больше? Да, сейчас еще не готов. Да, еще не готовый цвет, потому что это свежий такой татуаж. А ну-ка, давай, закрывай. Памятку нам скинут, и мама будет ухаживать. В общем, потом расскажет все... А потом все расскажу. Очучения. Ощущения все расскажет позже. Ну, пока. Ты выспалась? Выспалась, отдохнула, так хорошо. Ну что, мои хорошие, после татуажа прошло уже 2 суток. Хочу вам сказать, ощущений у меня сейчас нет никаких, ничего не беспокоит. Я делаю уход за бровями, мажу вазелином, ну, если немножечко так подсушивая, чуть-чуть мажу вазелином. Ну, первый день немножко мироместином мазала, а потом уже вот просто вазелином. Это надо мазать 5 дней. Хочу вам сказать, что мастер мне очень понравилась, очень приятная девушка с большим опытом. Мы подобрали форму бровей, которая понравилась нам, и моей дочке, и мне. В общем, всем понравилось. Мне кажется, форма очень красивая, мне идет. Но бровки сейчас пока еще темные, они еще должны будут облазить. Потом через месяц будет коррекция. Ну, дальше я буду держать вас в курсе. Вот уже когда начнут облазить, наверное, да, тогда еще покажу, как они выглядят. Они будут у меня светлее, это сейчас просто еще пока что пигмент на бровях. А вообще будет более естественно выглядеть они, более натуральные. Но форма мне очень нравится. Я каждое утро сейчас просыпаюсь, смотрю в зеркало, и мне очень нравится, я очень довольна. Всем привет! Сегодня уже наступил 9-й день с тех пор, как я сделала татуаж. Вчера у меня уже начали... чесаться немножко бровки, а сегодня они начали уже потихонечку у меня слазить. Вот если видно, уже где-то уже отошло. Но я все эти дни мазала вазелином, слегка мне сказали мазать надо, и я их потихонечку мазала. Корочки отколупывать я не буду, их отколупывать нельзя, они должны сойти сами. И в следующий раз я уже покажу вам, что будет, когда корочки сойдут полностью. Сейчас пока вот где-то местами кусочки я уже вижу отходят. Ну, будем наблюдать дальше. Ну вот, наступил 12-й день. Мои корочки вчера уже все отошли. Сейчас уже нету корочек, уже гладкие бровки. Татуаж мне первый сделали легкий, поэтому его едва видно. Но... коррекцию мы делали немножечко формы, и поэтому где-то там еще его едва видно, этот татуаж. Но будем ждать теперь, когда я пойду на коррекцию, и тогда уже нанесут татуаж более такой насыщенный, и он уже останется у меня надолго. Ну, будем ждать и будем наблюдать дальше, что будет дальше. Всем привет! Я приехала на коррекцию татуажа. Уже прошел месяц с тех пор, как мне татуаж тут сделали. Корочки уже сошли давно.
И, в общем, то, что вы сейчас видите, это то, что у меня сейчас уже вот как бы в таком состоянии. Ну, то, что коррекцию делали, это видно. Изменение формы бровей, в общем, все сейчас приличненько выглядит. И бровки такие, они слегка такой вот легкий идет татуаж. Это легкий такой. В общем, сейчас уже я иду на коррекцию бровей. И уже потом, когда сделают коррекцию, потом уже, когда корочки сойдут, и уже окончательный результат мы увидим, наконец-то вообще вы это видео увидите. Ну что, пойдемте. Ну вот сейчас уже шапочку одела, уже мы прорисовали бровки, где мы будем проводить татуаж, выровняли асимметрию, потому что у меня несимметричное лицо, в общем. И теперь сейчас уже я лягу на кушеточку и начну получать удовольствие от процедуры. И потом уже вернусь к вам. Ну вот, мне теперь положили анестезию. И я вот теперь лежу и отдыхаю. Можно будет теперь поспать чуть-чуть. Ну все, потом посмотрим, что будет уже дальше. В конце. Ну все, мои хорошие. Закончили мы процедурку. И... бровки теперь мои просто идеальные. Вы хотели, чтобы у меня были красивые брови. Вот теперь красивые брови. Все. Линочке огромное спасибо. Сейчас надо уже вот эту шапку снимать и волосы поправлять. Вот. Но теперь, я думаю, будет вам нравиться, как у меня брови теперь смотрятся более по-современному. Теперь я современная. Ну все. Дальше будем наблюдать. Еще будем наблюдать, как брови будут у меня там заживать. И конечный результат вы уже увидите где-то через недельку, может, дней через 9-10. Ну что, мои дорогие, уже пошли 4-е сутки, как сделали мне коррекцию бровей. Бровками я довольна, бровки симпатичные теперь. Они сейчас у меня яркие, потому что еще корочки не сходили. Корочки обычно начинают сходить где-то уже на 6-е сутки и уже после 6-х суток, наверное. Поэтому пока яркие. Но вообще форма мне нравится. Подобрали идеально. Красиво все нарисовала, все подкорректировали. В общем, я довольна. Жду, когда уже все уже сойдет у меня. Корочки сойдут. И уже хочу, не дождусь никак, увидеть конечный результат. Ну, оставайтесь со мной. Я вам покажу. Наверное, уже когда начнут сходить или уже когда сойдут корочки, покажу вам, что же получится дальше. Ждем. Ждем конечного результата. Эта процедура, в принципе, не больная, не больно. Тем более, что наносится анестезия и притупляется. Ну, ощущение, как, знаете, жжение. Вот когда я делала депиляцию на губах, и когда снимаешь вот эту полоску, тогда идет такое жжение, как, знаете, вот как горит кожа. Вот. Ну, когда анестезия нас ослабевает, иногда чуть-чуть такое вот есть ощущение жжения. Но оно такое притупленное, что я бы сказала, что это не больная процедура, в общем, не больно. Ну, а когда после процедуры я вышла, я, в принципе, ну, через час-два я вообще забыла уже о том, что у меня брови сделаны. То есть я вообще ничего не чувствовала. Ну, нормально, в общем, не больно. Я бы сказала, не больно. Хотя болевые ощущения у всех по-разному протекают. И для кого-то, может, это больно. Но, по-моему, это не больно. Вот. Поэтому, кто хочет сделать татуаж бровей, не бойтесь, идите. Во всяком случае, это красиво и правильно. Я слышала такую фразу, что брови делают лицо. Да, на самом деле я согласна. Брови совсем по-другому преподносят ваше лицо. Я очень довольна. Всем привет! Ну вот, наконец, наступил день X. То есть мои корочки все уже зажили. Уже прошло 10 дней после моей коррекции уже последней. Корочки сошли уже все. И теперь бровки выглядят так, как они должны выглядеть. Я очень довольна бровками. Смотрю в зеркало, не налюбуюсь никак. Мне очень нравится. Спасибо огромное Элиночке за профессионализм, за внимательность. Она очень все красиво нарисовала бровки, аккуратненько, красиво все сделала. Вообще, это мастер, к которому ходит моя дочка. И вот я теперь тоже буду обращаться все время только к Элине. Элиночка, огромное тебе спасибо. Ну, а вы, мои дорогие, если кто-то живет в Ростове или в Ростовской области, где-то недалеко, я тоже советую вам обратиться к Элиночке. Ссылочку на ее сайт я оставлю внизу.
заходите, смотрите на ее работы. Вот. Ну, а у меня красота теперь, я буду ходить. И все-таки хорошо, что я брови сделала. Теперь мне не нужно их там рисовать, искать, где чего, как выщипать. В общем, все очень красиво, очень замечательно. Я на 10-м небе от радости, я необычайно довольна. Ну, а с вами, мои дорогие, я хочу попрощаться. На этом я видео свое заканчиваю. Оно началось 26 марта, и вот теперь уже май, уже середина мая почти. И, в общем, я на этом теперь завершаю. Видео было долгим, длинным, но пора его выпускать, чтобы вы его увидели. На этом я хочу с вами попрощаться. Все, кому было интересно, полезно мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! Пока-пока!